Гутен Морген, ахой Матей, як сказала Калиновська. Поліглот просто. Поліглот та знавець піратської мови. Ахой Матей, ми кажемо і нашому сьогоднішньому гостю. Так, бо ми продовжуємо спілкування з талановитими молодими хлопцями та дівчатами. Привіт, у нас у гостях Влад Курасов. Доброго ранку. Сьогодні у нас, звичайно, День талантів, і ти без виключення талант, однозначно, але нас дуже цікавить, яким чином талант із Краснодару потрапив в Україну. Та вот так как-то. Я решил, что вот проснулся, просто ткнул в этот вот глобус и понял Украину. Ну, это дуже розгорнута відповідь, особливо перша її частина. Ну, как-то так потрапив в Україну. Наскільки взагалі ти вважаєш, що ти, наскільки ти считаешь, что ты талантливый человек? Вот. Самокритика, знаешь, она иногда должна быть. Сложно говорить, наверное, о своем таланте, и сложно себя судить. Я люблю, когда зрители отзываются о том, насколько я талантлив. Я работаю, стараюсь сделать это максимально хорошо. А как давно ты этим занимаешься? Ну, с 7 лет я занимался в музыкальной школе, фортепиано, вокал, потом пошел в театр и тому подобное. И вот и то есть, Украину, да. То есть помимо того, что ты поешь, ты еще играешь на некоторых музыкальных инструментах, да. Я правильно понимаю? На чем, кроме фно? Только на фно. На чем, кроме фно? Только на фно. Да, только на фно. А какие у тебя есть хобби, я знаю, которые помогают тебе на выступлениях твоих? Ой, знаете, порой так думаю и понимаю, что никаких нет у меня хобби. Такой ограниченный человек, только музыка. А у нас черным по белому написано, что танцы. Ну, танцы, я бы не сказал, что это хобби. Танцы – это тоже часть, наверное, какой-то моей работы, потому что нужно все это совмещать. Ну, тебе нравится танцевать? Да, я не могу не танцевать. У тебя есть песня «Прощай, мой город». Да. И она, насколько я понимаю, пользуется огромной популярностью. Как так получилось? Ты каждый раз пишешь песню так, чтобы лилась и нравилась? Или все-таки у тебя есть сомнения, когда появляется новая песня? Ну, это моя, на самом деле, первая песня, а сейчас в работе есть... Нет, ты же до этого пел песни разные. Ну, я пел песни других. Тогда никто не слышит. Пел песни других артистов, и это, наверное, все-таки легче, чем петь свою песню. Хотя многие говорят, что перепевать это сложнее, потому что своя песня — это уже какое-то твое детище, и первая моя авторская песня, ну, я рад сейчас, что она набирает какие-то новые обороты и становится более или менее популярной. Ну, ни для кого не секрет, что в перспективе у тебя несколько концертов. Конечно, об этом первой песни сразу концерт. Вот, не только мы, но и, собственно, все наши зрители. Скажи, пожалуйста, насколько плотный график у начинающей звезды восходящей? Вот, и хватает ли времени вообще всецело для себя? Не, ну времени, конечно, хватает. Вот был концерт в субботу в Донецке, в эту субботу концерт в Харькове, потом Днепропетровск, после 6 октября Одесса и 20 октября Киев, пока вот так вот расписано. Отлично образом у тебя складывается. А «Синяя Украина» очень красивая, ты как раз успеешь всю посмотреть во всех городах. Крейг Дэвид, хороший человек. Собственно, он повлиял на твое творчество, и ты, наверное, один, единственный из украинских исполнителей, тем более начинающих, кому удалось с ним спеть. Ну, это сумасшедший опыт, потому что постоять даже на сцене с человеком... Некоторые руку не моют после того, как ты со звездами здоровы. Я тоже так делал. А так ты не скажешь? Да, но это я уж сегодня. Я решил, что для Гутен Морген, ну, нужно выйти. Надо помнить. Но это большой опыт, и я очень многое получил. Я очень рад, что он не оказался такой именно большой звездой. Он оказался хорошим человеком, прежде всего, который давал дельные советы, который как-то наставлял и очень помог мне собраться к тому эфиру. А поддерживаешь ли ты какое-то общение? Да, я ему личку никак ВКонтакте не открою, он все... Он все просится. Я говорю, ну, Крейг, ну, прости, пожалуйста. Очень скоро должна у тебя появиться еще одна песня, пускай ты говоришь, вот у меня пока одна песня, «Ноль в квадрате», да? «Ноль любви в квадрате». Боже мой, как я забыла такое слово. И что за песня? Кому посвящается? Кто довел до такого состояния? Я, наверное, ну, у меня не было еще таких переживаний, я никогда там не испытывал чувства сильной любви, пока что. Девчонки, все в ваших руках. И эта песня скорее, наверное, как мои взгляды на все это и то, что я вижу со стороны. И я думаю, что это будет очень зажигательный, заводной танцевальный трек. Сегодня, собственно говоря, ты нам представишь какую песню? «Прощай, мой город». «Прощай, мой город». Мы с тобой прощаться пока не будем. Приглашаем тебя на сцену, правильный микрофончик бери. Обычно, когда звезды, начинающие не только поднимаются на сцену, они говорят, сейчас та песня, которая подарит вам хорошее настроение. Не молчи же, говори.
Можно сказать, мы сейчас побываем на таком тет-а-тет-концерте. Да. Небольшом. Да, такой мини-концерт. Влад Курасов. Прощай, мой город, любимый город. Моя мечта не связана с тобою. Прости за то, что не попал я в твои газеты на пьедесталы. Однажды ночью и на рассвете услышишь ты мой голос где-то. Я позову тебя всем сердцем. Прими меня, я жду ответа. Я буду помнить о тебе. Это место на земле, в памяти, в сердце сохраню. Я обязательно вернусь, я буду помнить о тебе. Это место на земле, в памяти, в сердце сохраню. Я обязательно вернусь. Мой город слышал мою мелодию на крыше. Ту ночь мы дали обещанье любить друг друга и ждать годами. Мой город слышал мои молитвы в час одиночества, в час обиды. Он был всегда один лишь рядом. Он защищал меня, он так любил меня. Я буду помнить о тебе. Это место на земле, в памяти, в сердце сохраню. Я обязательно вернусь, я буду помнить о тебе. Это место на земле, в памяти, в сердце сохраню. Я обязательно вернусь. На землю, Влад, слухай, на землю. Слухай, тут ходять такі чутки, що ти, ну, в принципі, маєш свого зіркового куратора, який на тебе впливає, і це не Крейг Девід. На твою творчість і на тебе самого дуже вплинула дівчинка, яка співала «You drive me crazy, I just can't sleep». Да, є таке діло. Всі на мене вже, звісно, поставили клеймо, що я нічого не слухаю, крім Брітні Спірс. А, я думала, що на тобі поставили клеймо, що ти сам Брітні Спірс. Ні, ну, в дійсності, так ли це, і чому саме Брітні Спірс? Чому, допустим, не Backstreet Boys, які там в то же время фігурували з Брітні? Не знаю, як-то я... Наверное, больше уважаю артиста за его работоспособность и за то, насколько он может добиться успеха. И это тот человек, который очень много работает, и у него есть чему поучиться. Это человек-легенда, у которого
повторяюсь, у которого есть чему поучиться, который очень здорово умеет работать. Але ж ти зробив свої висновки із її легендарних вчинків, там, коли вона поголила собі голову, так, ти вирішив, що... Ну, це, звісно, її лична життя, і мене вона нисколько не цікавить. Мене цікавить її музика і її творчість. Що у тебе з особистим життям? Ти сказав, що, в принципі, ти ще не відчував нічого такого, але споглядав за цим збоку. Тобто ти можеш сказати зараз в ефірі Guten Morgen: дівчата, я вільний, я готовий, чи ні? Я готовий. Він готовий. Влад Курасов в ефірі Guten Morgen готовий до всього. Дякуємо, що прийшов. Кльового тобі дня і, звичайно, нехай твої пісні будуть дуже успішними. Це був мікрофон «Один талантів» Guten Morgen.